Один и тот же подход подряд мы использовать не будем. Это по поводу обмана. Мы типа один обман уже прошли, осталась скрытность или штурм. Мне кажется, штурм. То, что скрытность, блядь, это нереально, мне кажется, да. С нами-то да. Мы такие стелсеры дикие. Блядь, меня свет включился. Ну давай штурм, похуй. Значит, штурм мог бы и сам догадаться. Капец, у меня дым от машины сквозь блок идет бетонный. У меня долго будет тут, блядь, стробоскоп какой-то, блядь. Я просто написал, он получил. Чё, на их сервера упали вообще. Ты сегодня как зайти не можешь? Нет. Хочешь пожрать? Ну. Я, короче, тачки все стоят нормально, а мотоцикл стоит, ну, типа, неровно в гараже. Ты можешь, если что, пешком выйти, а здесь. Блядь, работает. А на меня менты сагли. Где это скотина? Он, блядь, слышишь, он чит подрубил, Саш, его не убить. Ты видишь? Он, блядь, читы не делал. Саш, ты видишь, он что-то юзает? У него это, хпшка. Может на ешку скидывать неконтактные мини. А толку-то, блядь, с него? Он, блядь, с читами юзает. Что, блядь, ну читы юзает, это так пидорки, блядь. Саш, у него взрывные патроны. Ну да. Я умер. Блядь, выходим нахуй отсюда, блядь. Блядь, ты опять сейчас в кабину сядешь? Нахуя ты быстрее меня? А ступеньки делись, в смысле? Во-первых, ты их сломал, а во-вторых, мне потом ТП-шнуло сразу. Я их не ломал. Челик открыл ступеньки, и они просто исчезли. Короче, сейчас облетим вокруг острова. Я, кстати, тоже не помню, как остров называется. На самом деле, не ступ вообще. Реально. Вообще-то этот один город, в основном, только Лос-Анджелес. Ну, типа Лос-Анджелес, по факту, да? Ну, видите, да. И эта жируха вообще такая огромная, по сравнению с горами, и дальше. Вот на R-камере. Да, и класса экологичности у него, видимо, вообще ноль. Он же советский. Из бомбардировки, типа, на военных вообще похуй, типа, на самом деле. Слушай, ну тюнинг у него прикольный. А я и на самолете еду, и не падаю. Не наслаждаюсь видами. Да, у меня еще камера. Плюс мы еще крит делаем, а не просто по минимальному срочку. Это типа чтоб по РПшке? Ну типа не по РПшке, а просто типа не солдат. Это вообще такое освещение. Ну тут красиво, вот сейчас вообще кайф. У меня еще R-камера работает. Могу засейвить, если хочешь. Не, ну слышишь, это анхил какой-то. Да, ну реально сложно. Да. Ну, кинул в полную сессию, наверное, да, это. А чё здесь нет мониторов? Чё у меня не прогружено? Так, никогда еще не прогруженная локация. Ты че? Типа. Я, короче, у себя Чаем. В игровом центре, но у меня тут ничего нет. Типа, у меня нет освещения, нет никаких тачек. Нет мониторов. Прикол. Что за жесть? Эм.
Ёбаный рот. Что, меня отсюда не убить, да? Тебя забагло, что ли? Да. Ой, я смотрю, бухло там в космосе где-то стоит. Но мне туда не добежать. Граблиния провалена. Саша, теперь вспомни Богдана. И там, когда выходишь, там нет пола, и там просто какие-то объекты в воздухе висят. Nice. Рандомные. Там просто такой выход, как в Half-Life, просто такая белая херня, ты через нее проходишь, и тут у тебя просто пола нет. У тебя никаких текстур нет, и я просто подкапываю. Nice. И там какая-то странная версия моего сейфа, которая не похож, но и не работает. А ты Alt 10 нажимал? Да. Нормально? Ты можешь посмотреть, где я на карте, Саша. Мне кажется, ты под картой, знаешь, будешь. Ну, понятно, что под картой. А теперь найди меня, блядь. А ты знаешь, где находишься? Саш, прикол, у меня сейф открылся сам по себе. Знаешь, где находишься? Я знаю. Ты... Хер знает, где справа? Да, ты на краю карты. Слушай, мне просто так сейчас сейф открылся, но тут ничего нет. Ебать, где я? Куда я попал? Сейчас там челики какие-то поэмы пишут. Можно, блядь, добавить кнопку купить все, блядь? Почему надо жать все время, блядь? Какая нахрен транзакция, если мы покупаем за ноль? Ага, нерабочая, блядь, у меня не работает кнопка. Слышь, мне отказывается Enter работать. У меня все зависло, слышишь? Саша, у меня зависла херня, не могу выйти отсюда. Блядь. Может, я тебя отодвину? А ты меня слышишь? Да. Может, тебя че такие? Заморозит. А ты видишь, как я тебя двигаю или нет? Да. За хуйня, блядь. Слышь, там в чате ответил, ты будешь забанен, потому что ты сказал плохое слово, блядь. И вот это тот хуй, который тебя убил с РПГшкой, это тот хуй, у которого нет, он... метка на нем висит. И мне кажется, что он убил. Мне сессию поменять? О, меня расфизили, блядь. Да ладно. Ебала, блядь. Человек. Что с этим ботом? Блядь. Что такое? Ваша команда покинула игру. Не понимаю, почему прикол. Где меня заспавнило, блядь? Я не могу залезть здесь вообще, блядь, никак. Игроки проголосовали за исключение вас из сессии. Это еще что, блядь?
Ну, Олег тебя тоже подсирает, реально. Чё ну, там происходит? Ботами, блин. Что? Что? Саш, мы скинули бота. Копа. Ты понял? Саш, мы 5 звезд скинули. Найс. Ебаный свет.
заходить на посадку, поэтому просим пассажиров перестать бухать. Вы приземлились в аэропорту Лос-Сантос времени 20:21. Температура за бортом плюс 18 градусов. Найс. Мазни тут. Найс. Можешь пока в самолете сидеть, типа ты пилот сейчас. Питон? Я его тогда поровнее попаркую. Я просто дебил заспавил, как всегда, на другом конце. Аэропорта? Реальный придурок. Сейчас этого чикну. Сейчас там челик пройдет назад, и я его чикну. Сейчас мне дротик перезарядится. Nice. Есть. А текстура говно просто, извини. Ты идти будешь, блядь? Придурочный. Потому что то, что мы идем вместе, мы затхиваем. Я чуть-чуть отпущу, вперед. Знаешь, что я думаю? Мне кажется, надо вот так немножко правее отойти и подождать, да, пока человек пройдет. А чё он с этой стороны решил пойти, придурочный? Сейчас пойду. Shift. Оп. Блин, а там чёрт фонариком светит. Я вообще не буду. Саш, быстрей. Саш, быстрей, очень скоро включится. Раз, два, Enter. Да по какой Enter-то? Или Enter. Раз, два, блять, Enter. Enter. Чё, не сработало? Нормально. Control. Иди, блядь! Shift. Здесь уже можно спокойно бежать, мне кажется. Нормас, слушай. Надо было так сразу сделать. Мы чё, блядь, знали? Слушай, вот это сейчас было вообще чуть-чуть. Да тормозит, надо передохнуть, мне кажется. Я во всяком случае ее не вижу. Тише не гони. Это же BMW, не забывай. Не улетай! Сейчас бы как рвануло. Сейчас рванет уже. Я тоже уже напрягся. Я уже напрягся, блядь, вообще пиздец.
Ты думаешь, что она в точке остановится? Да-да-да, иду, она завхизится, знаешь, как обычно, типа в точке заезжаешь, она вхизится тут же. Ебать, я же вообще, блядь, сердечко аж не хватило, блядь. Ой, нифига мне платину дали. Да ж, ебать, мы с первого раза прошли, блядь. 1162. 174 440. Не привлекайте внимания, не пройдено, в смысле? В смысле не пройдено, блядь? А как можно, блядь, пройти еще больше без палева? Объясни мне. Типа вообще без полиции. Это как, блядь? Не знаю. Не встречал. В смысле, блядь? Не, ну я думаю, что время будет. Там, короче, надо было, знаешь, что делать? Чтобы не привлекать вообще внимания. Надо было выйти где-то за 3 секунды до окончания таймера. Типа вот за 3 секунды до таймера мы типа подходим к вот этим штучкам, где карты проводить. Проводим, открываем и выходим, типа, до таймера. Ну так бы, мне кажется... Недолго будет? Что? Недолго будет белый экран, мне интересно. Да. О. Чё, погнали на яхту, что ли? Ну сейчас по кайфу, мне понравилось. Вот это, блядь, идеальное прохождение. Выжитное испытание понятно. Ты сейчас утонешь, придурок. Я? Да. М? Чё, блядь, не слышу? Радио. А ты внутри сидишь? Ты мне просто под водой стоишь. О, твоя машина исчезла, и ты сел в тачку. Ну, в лодку. Как езжать на свою яхту еще более понтово? Нажмите Е, чтобы печалить, серьезно? Да ладно. Как прыгается, Саш, как прыгается с лодки? Бля. Саш, там катер горит. Слышь, мне кажется, у нас сейчас все взорвется здесь. И конечно там катер горит. Бля, что за ебало? В смысле, в чем рофу? Как это казино еще не обманывает? Не закрылось. Мы его четвертый раз обкрадываем. Мне даже не дали шанса дойти. Там челик что-то начал мстить, типа, за сопровождающих, поднимай с нами. He's boxing in the gym with his PR guy. Well, go speak to him, okay? Fuck! Hey! So just wait up, right man. Here. Okay, thank you, thanks. She knows, man. She fucking knows! Well, cool, man. Mr. D's gonna deal with this. No! He loves guys like us. This shit's too fucked up, man. I'm too famous for this shit, bro. I can't go to jail. I can't go to jail. Chill! What you mean, chill? You know what they do to me in jail? Wait! Whoa, hey, whoa, put it down, man! You setting us up for what? I'm the girl. Oh yeah? How about an ice you and an ice her, and we get the fuck out of here? Me? Ice? Don't wait. Wait, look. It's right there, bro. Oh shit! My leg! My bad, bro! Fuck! Can you do that, guys? I have no idea. No! I shot myself. Yeah. Like an idiot. Fucking weird. Придурок, блядь. Like a fucking idiot. I'm feeling
the fucking tape and get out of here!